29-летняя Виктория Бонни вместе с 7-летней дочерью Анджелиной живет в Великобритании. В туманный Лондон она перебралась из теплого Монако. Инстадива записала влог, в котором впервые показала свой новый дом. Дизайн жилища телеведущей окрашен в серые тона. Кухню совместили с гостиной, к такому варианту все чаще прибегают архитекторы сегодня. На кухне у Бонни много современной техники. Теледива призналась, что она сама любит готовить. Дочери звезды передалось ее увлечение кулинарией, Анджелина приготовила блинчики для своих друзей. В доме несколько этажей. На одном из них расположена гардеробная экс-участницы дома 2. Виктория отдельно хранит обувь, а для одежды приспособлено внушительное пространство. Бонни призналась, что любит шопинг. «Я покупаю дорогие вещи, но надеваю 1-2 раза максимум, или вообще не надеваю», — поделилась Виктория на YouTube. Недавно Виктория Бонни надела эротичный комбинезон женщины-кошки. Звезда призналась, что сделала губы. Ранее она раскрыла секрет голливудской улыбки.